Около подъездов многоквартирных жилых домов установят пандусы. Эти работы выполнят во время капитального ремонта. Однако все будет зависеть от конструктивных особенностей зданий и потребностей жильцов. Нововведения в программе капитального ремонта сегодня обсуждали специалисты ЖКХ из трех федеральных округов. На представительном совещании говорили о свежих поправках в жилищный кодекс. Так, в этом году ужесточаются требования к банкам, где будут храниться средства региональных операторов на капремонт. А подрядчики смогут останавливать все работы в многоквартирном доме, если собственники не пускают рабочих в квартиру. Если будет определена невозможность допуска и невозможность как вообще в принципе оказания услуг, так и в том числе завершения начатых работ и услуг, то есть там до момента, грубо говоря, принятия какого-то решения по этому помещению будут приостанавливаться работы, то есть такой механизм будет заложен в жилищном кодексе. Я надеюсь, что вам будет в этой части, безусловно, попроще. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!